Всем привет! Вот мы сейчас, у нас 16 марта, мы здесь сегодня занимаемся обрезкой роз. Уже пора, тихонечко, уже почки начинают набухать, потом можно, но сейчас на примере куста айсберг покажем, как мы, он у нас тут растет, они у нас тут три штучки и растут по центру, вокруг них бордюрочки. Вот. Ну, в первую очередь, что мы сделаем? Повырезаем вот такие старые веточки. Ветки, которые одна на одну находят. Так же, чтобы они не мешали. Которые, оно видно прям вот как здесь. Очень хорошо видно, прям так терли друг об друга. Вот эти все надо повырезать. Ну и формировать будем приблизительно в высоту пояса, так как у нас айсберг по центру растет. Парковая роза. Вот здесь, с этой стороны мы уже обрезали кустик. Вот так вот получилось. Очень так неплохо сформирован. Вот. Все повырезали.